В свете новых выплат и льгот, связанных с пандемией, озвученных президентом России Владимиром Путиным, одним из самых востребованных для посещения мест стали органы соцзащиты. Ежедневно учреждения области посещают до 11 тысяч человек. Каждому пришедшему на входе выдают средства защиты – перчатки и многоразовые маски. Плюс к этому санитайзер, которым обязан воспользоваться каждый посетитель. Контролируют исполнение раздачи средств защиты на местах депутаты. По поручению главы региона Сергея Ивановича Морозова, буквально с этого дня, всем малообеспеченным семьям, которые будут обращаться в отделение соцзащиты региона, будут выдаваться многоразовые маски и перчатки. И на эти цели выделяется 1,3 миллиона рублей. Еще раз напомню, что сегодня все выплаты, социальные льготы, выплаты производятся в отделениях соцзащиты, но по предварительной записи. Специалисты работают в особых условиях. Прием ведется в вестибюле на первом этаже. Далее документы переносятся в отдел, где также обрабатываются. Работы стало в разы больше, но никто не жалуется. Очень благодарны за средства индивидуальной защиты. На сегодняшний день принято у нас более 2600 заявлений по 56-му закону на выплату 7000 сертификата на именной капитал «Семья». Назначено больше 2500 уже с этого сертификата. Также перейдет прием и по программе муниципальному «Помоги собраться в школу» на выплату по 2000 неполным семьям. И адресная материальная помощь, которая также идет по 56-му закону. Благодаря работе соцработников десятки тысяч ульяновцев ежедневно получают различные виды помощи. Сотрудники убедительно просят ульяновцев предварительно записаться на прием. Павел Половов, Даниил Сурков, Новости Улправды ТВ.